Здравствуйте! Сегодня замечательный день. Мы пойдем на улицу гулять, сходим в магазин, купим фрукты и отметим день рождения. Если вам интересно, то вы можете посмотреть. Мы идем по дороге. Вот здесь вот у нас на дороге лед. Вот мы идем по льду. Ну, тут не везде лед, конечно, у нас кое-где подтаивался. Мы идем в магазин «Пеликан». Кое-что хотим там купить. Видите, как у нас украшают дворы? Тут лебедь. Тут не знаю, кто это, рожица какая-то. Там дальше ананас. Ну, тут уже много снега растаяло. Значит, у нас садик. Там еще тоже снег. Ну, кое-где же снег подтаял. Вот здесь, например, возле дома. Вот мы и подходим к магазину «Пеликан». Видите, здесь тоже снег еще и у нас. Вот. Горы снега, но это ничего, все растает. Здесь уже кое-где растаяло. Здесь, например, уже снега нету. Вот. Мы идем внутри квартала. Это у нас внутри квартала магазин. У нас тут очень много магазинов рядышком с домом. Мы идем в «Пеликан». Вот, мы все накупили. Сидим на лавочке, я устала. Вот там зелень. Купили бананы. Уже все накупили. Фух. Это я сейчас бегала, клала деньги на счет. Потому что я не успела положить. И мы сидим на лавочке у нас во дворе. Кое-где снег растаял, кое-где нет. Вот. Скоро все растает. Вот, вот так вот асфальт будет. Небо замечательное у нас. Голубое-голубое. Это вот наш стол. Вот здесь вот фрукты лежат. Что здесь это? Виноград и яблоко. Это банан, это апельсин. Это, в общем, мы купили тортик вафельный. Он у нас весь раскрошился. Поэтому мы будем есть вот такие вот кусочки. Он все равно очень вкусный, очень-очень. Вот так вот мы отмечаем день рождения. Хочу показать вам нашу игру. Это листок ватмана, а на нем нарисованы такие вот дорожки, ходы. Здесь есть старт. Вот он, старт. Вот. И тут можно идти, идти, идти. Так тут интересно. Разукрасили. Тут есть заправка. Вот, допустим, АЗС. Это заправка. Здесь их много. Здесь вот кораблик. Здесь много интересного. Всякие бонусы. Вот такую вот игру мы нарисовали с сыном. Там вот финиш. Вон там. Вот тебе и две кофты. Вот, вы можете такую сделать игру тоже дома. Это очень увлекательно, когда вы делаете вместе игру. Взять листок ватмана, фломастеры и нарисовать. Сейчас будем играть. Хочу вам показать, что я получила сегодня в подарок. Я получила вот такую вот шоколадку. Вот я очень люблю сладкое. И я получила вот такую вот банку соленых огурцов. Еще денежку получила. В общем, я получила то, что хотела. То, что хотела, то мне как бы и подарили. Вот. И еще я провела сегодня день с самым моим любимым, самым моим близким человеком, которого я очень-очень сильно люблю. И я думаю, это самое лучшее, что можно сделать в свой день рождения. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал.